Всех приветствую! С вами Виктория Осипчук. Поговорим о теме уровни. Самая главная и распространенная тема, а именно об уровнях перехай и перелоу цены. Что значит перехай и перелоу цены? Это те точки на графике, откуда продавец либо покупатель делает, то есть перелоу, перехай цены прежних лоев, да, либо прежних хаев. То есть подключается сильный игрок, да, покупатель либо продавец, и тянет цену вверх-вниз, то есть обновляет лои и хаи. На самом деле данные уровни на графике являются очень сильными. Этот уровень является одним из сильных уровней. Я сейчас покажу вам на графике, как их нужно вообще находить и как их в дальнейшем нужно интерпретировать и на что обращать внимание. Данный график – это дневной график доллар-иена. На нем изображены уровни перехай, перехай, перелоу. Достаточно их много, можно найти на графике, да, ну вот посмотрим, такие самые, именно такие яркие, которые прям очень хорошо видно, что были сильные продажи, да, также сильные покупки. Почему здесь точка, да, перехай? Почему отсюда идет перелоу цены, перелоу цены? Потому что здесь у нас, да, излом, то есть после ложного пробоя подключается продавец и обновляет с этой точки, да, с этого уровня, обновляет лои предыдущие, которые были здесь. Вот, вот предыдущий последний лоу, его обновили. То есть эта ценовая отметка на истории является сильной. Мы это все прекрасно видим, на графике, да, то, что если идет пробой в дальнейшем такого уровня, то пробой идет не с первого раза, то есть инструмент стоит, да, и только тогда идет пробой. В данном случае пробой произошел с поджатия, да. Если смотреть вот сюда, то здесь также не с первого раза пробили уровень, его немножечко пропилили, и только тогда прошли, на пробой. Как данный уровень можно в дальнейшем вообще отторговывать? Либо отторговывать пробой, да, с каким-то накоплением, либо отзеркаливание уровнем, как это показано здесь, да. Здесь у нас был ложный пробой, покупки, соответственно, здесь у нас были продажи, это зеркало, да. Здесь у нас пошли покупки. То же самое здесь. Постояли, и с этой точки у нас начались покупки. То есть для покупателя данный уровень уже выступил поддержкой. Здесь для продавца уровень выступал сопротивлением. Дальше смотрим. Здесь у нас точка перехай. Почему перехай? С этой точки, да, вот с данного излома, то есть с данного лоу вот этого бара является отправным от покупателя. То есть здесь был перехай вот этих хаев предыдущих. Вот данный хай был последний, здесь хай и здесь хай. Достаточно сильный уровень. То есть здесь обновили хаи, и, соответственно, данный уровень также на истории является сильным. Его либо отторговывать на пробой, либо также на отзеркаливание, да, как здесь показано. Сделали ложный пробой двумя барами. Здесь у нас были покупки от уровня поддержки. Здесь у нас пошли продажи от уровня сопротивления. То есть сделали зеркало. Данный уровень также является сильным. То есть с этой точки, видите, какое пошло сильное движение. Здесь то же самое, это очень можно хорошо отследить на графике, как данные уровни отрабатываются. Здесь у нас также была данная отметка, вот с этой точки продавец сделал перелоу. Почему перелоу, да? Здесь у нас были предыдущие лои, продавец обновил лои предыдущие, вот эти. Соответственно, данный уровень также выступает на истории сильным, да? Смотрите, здесь долго на самом деле держали уровень, нарисовали поджатие и реализовали пробой. То есть также не с первого раза. Поэтому, если очень хорошо поискать на графиках данные отметки, то на истории они являются сильными уровнями и отрабатываются достаточно четко. То есть с первого раза такие уровни редко когда пробиваются. То есть либо инструмент стоит, да, либо какое-то идет накопление, либо поджатие. Всем спасибо за внимание.